Технологии сельского хозяйства не стоят на месте, постоянно развиваются. Уже обычным делом стала гидропоника – выращивание культур в искусственных средах без использования почвы. Привыкаем мы и к аэропонике – это когда корни растений находятся в воздухе, и их периодически опрыскивают разными питательными веществами. Здесь вообще нет никакого грунта, ни настоящего, ни искусственного. В Крыму на базе КФУ имени Вернадского тоже развивают передовые технологии. С одной из них мы ознакомились лично. Сейчас Россия активно занимается импортозамещением посадочного материала. Делается это в том числе и силами крымского научного сообщества. Мы находимся в лаборатории КФУ имени Вернадского. Здесь по биореакторной технологии выращивают рассаду для земляники, а также саженцев винограда. По сравнению с традиционными технологиями, превышение производительности по землянике в 200 раз. Процесс наш выстроен таким образом, что мы работаем непосредственно с заказчиком. То есть не то, что вот мы нашли какой-то сорт винограда, притащили его и стали размножать, а мы обратились к виноделам, узнали, в чем у них проблема, какие потребности нужно удовлетворить, взяли эти самые сорта и размножаем их здесь. То же самое там и с земляникой, и с другими культурами. Один из методов, который мы используем, это биореакторная технология. В России такого пока нет. То есть это первый наш опыт для того, чтобы получать посадочный материал новым способом. Мы за экспериментальный период ускорили рост и развитие наших растений по сравнению вот с традиционными лабораторными способами в десятки раз. То есть как по биомассе, так и по количеству произведенных растений. Ну и самое главное, конечно, суть – это то, что растения являются чистыми и дешевыми. Экономическая значимость проекта поражает воображение. Его мощность – 3 миллиона единиц посадочного материала в год с возможностью увеличения до 5 миллионов. Себестоимость одной единицы продукции очень низкая – менее 10 рублей. Это все за счет высокой скорости выращивания, а также больших объемов. У лаборатории уже большое количество заказчиков. Рассада земляники уходит на материк, а саженцы винограда – крымским покупателям. Пожелаем удачи крымским ученым в том, чтобы эта разработка нашла широкое применение в агробизнесе. В сельском хозяйстве не хватает кадров. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность, нужно увеличивать производительность труда, так чтобы работал один, а выход продукции был такой, словно трудятся пятеро. Метод, который мы вам только что показали, позволяет этого достичь. В завершение программы слова американского промышленника Генри Форда. Если деньги – ваша надежда на независимость, вы никогда не станете независимым. Единственная настоящая гарантия, которую человек может получить в этом мире – это запас его знаний, опыта и возможностей. Это и стоит развивать, а деньги сами придут, если вы обладаете ценными компетенциями. Желаю вам хорошего настроения, душевного тепла, постоянного роста профессионализма и больших экономических успехов. До свидания.